Шахматисты из районов Орловской области в минувшие выходные устроили соревнования. Турнир под названием «Дружба» ежегодно проходит в конце года. Попасть в него могут только матерые шахматисты. Особенность сельских шахмат в том, что контингент очень немолодой, как правило, да, то есть это все-таки пенсионный, но вот стали последние годы как раз появляться и молодые ребята, которым там и по 10, и по 15 лет, это, конечно, нас, как Орловскую федерацию, радует. Гроссмейстерами эти участники 12 команд пока не стали, но желание такое есть у каждого. Возраст участников далеко не молодой. Некоторые одновременно являются тренерами по шахматам. Они отмечали, что в районах Орловской области к этой игре у молодежи большое внимание. Как оказалось, спортивный интерес есть не только у детей. От завода у нас выставлены две команды. Началось, будем говорить, чисто человеческое, но сегодня она пережила, будем говорить, переходит в профессиональный такой вариант, потому что на заводе создан шахматный клуб.